их, да, я их просто, я их не держал в этом humidifier, который вот, увлажняет их. Да. Они у меня просто лежали в моем клозете, в, блин, как называется, просто они там лежали. И все, как бы они чуть, они, ну, чуть они такие, как я вот давал там попробовать просто пацанам, они суховатые. У меня есть упаковка Монте-Кристо целая, запечатанная, не открытая, и... А, я даже не знаю, я честно признаюсь. Я в них не разбираюсь, у меня жена привезла, он с Кубы, и все. И коробка Портагаз. Есть. Да. Вот, а какие-либо они у меня есть тоже, какие-либо, но не открытые, там уже...